Օրերս առողջամիտ հասարակություն ոչ կառավարական կազմակերպության գրասենյակում անցկացվեց տրեյնինգ տարածաշրջանների ապակենտրոնացման հարցի վերաբերյալ։ Տրեյնինգը կազմակերպված էր Բազմազգ Վրաստան քաղաքացիական շարժում կազմակերպության կողմից Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան ֆինանսավորմամբ։ Տրեյնինգի ընթացքում խոսվեց, թե ինչ կտա ապակենտրոնացումը։ Главные принципы стратегии развития самоуправления и децентрализации правления в Грузии на 2013-2014 год. Изменить что-то или внести какие-то изменения в любые законодательные акты эти. Самое главное – это правовая основа местного самоуправления. Это правовая сторона этого акта – Европейская хартия, нормы и принципы международного права, международные договоры Грузии. Значит, тренинг был от общественной организации гражданского движения, общегражданского движения «Многонациональная Грузия». Тренинг проводили здесь на месте. Я был тренером от НГО, неправительственной организации «Здравое общество Джавахети». Суть тренинга была такова. Значит, еще во времена президента Шеварднадзе Грузия подписала Европейскую хартию. И только потом ратифицировали во время Саакашвили, но к действию принят не был. И только в этом году при правительстве Бедзина Иванишвили 1 марта было распоряжение номер 223, приложение к нему о стратегии развития самоуправления в Грузии и ее децентрализации. Ну, о сути тренинга сказать, что вот максимально централизованная система уже не удовлетворяет вот, правительство и население, поэтому правительство решило применить именно подписанную Европейская хартия о самоуправлении и децентрализации. И суть, наша суть именно тренинга была довести вот это распоряжение до широкого круга населения, до обсуждения. Поддержала это, чтобы многонациональная Грузия, чтобы распоряжение довели на доступном языке населению, на грузинском, на армянском и на русском языках. Здесь я проводил тренинг на русском и на армянском языке. И что интересно, привлекательно, что это должно быть интерактивно. И эксперты, которые от парламента работали с нами на тренингах, говорили, что будут учитываться все мнения жителей региона. И были, очень звучали интересные мнения во время тренинга, дискуссия хорошая была. И вот это я сейчас постараюсь довести вот до верха, что вот во время тренинга были вот такие вопросы возникли. Ինչպես նշեց Բազմազգ Վրաստան կազմակերպության ղեկավարը, նման հանդիպում տրեյնինգների միջոցով հնարավորություն կլինի իմանալ բնակիչների կարծիքը, որը կուղվի համապատասխան վերադասին։ Как вы знаете, сейчас очень активно обсуждается и в парламенте, и в обществе изменения, касающиеся децентрализации государственной системы. Мы очень давно, уже, наверное, лет 20 говорим о возможностях децентрализации, но всегда, когда приходила новая власть, новые люди приходили, они до того, пока были в оппозиции, поддерживали децентрализацию, после того, когда приходили власть, не поддерживали, переставали поддерживать. Я вам скажу, что вчера была встреча экспертов с премьер-министром Грузии, с министром финансов и министром коммуникаций в бизнес-центре у премьера. Мы около 2,5 часов обсуждали эти вопросы. Я думаю, что премьер до сих пор склонен проводить децентрализацию. Есть серьезная поддержка Министерства коммуникации, Министерства регионального управления, извините.
Думаю, что встреча была удачная, и, наверное, в ближайшем будущем будут конкретные изменения в пользу того, чтобы население в регионах получало власть в свои руки, брала власть в свои руки и смогла сама решать, где ей мост строить или где не строить мост, где проводить дорогу и где не проводить дорогу, или лучше ли строить мост или школу, скажем так, сама смогла бы эти вопросы решать. Я думаю, что эти вопросы укрепят местные общины, в то же самое время повысят интерес, повысит стимул для развития регионов, потому что определенный бюджет остается, большая часть бюджета остается в районе, и наконец-то увеличит включенность граждан в государственную и в общественную жизнь. Наш проект, который мы осуществляем с поддержкой посольства Британии в Грузии, направлен на то, чтобы население Самской Джавахети и Квемокартли узнало бы больше о реформе, которая предполагается, узнало бы больше о том, какие новшества и какие изменения собираемся вносить, и также приняло бы участие в этом, самое главное, потому что здесь не только мы даем информацию, но и получаем отдачу, получаем рекомендации. И потом это все, конечно же, обсуждается с экспертами и с правительством. Նման տրենինգներ պլանավորվում է անցկացնել գրեթե բոլոր շրջաններում։